Всем привет, ребята! Новое видео на моем канале. Видео будет домашнее, так как я сейчас в отпуске. Мы с вами приготовим вкусный ужин. Узнаем, сколько стоит поменять экран на Samsung 4-летней давности. Что мы еще будем делать? Протестируем мою новую плоечку. Я поделюсь с вами своими домашними секретами и советами. Приветствую вас всех на своем канале и приятного вам просмотра. А я сейчас хочу... Я купила сегодня печень индюшину. Хочу обжарить. Вот уже подготовила лучок, морковки там немного. Сейчас буду обжаривать печень. Так, муки просто обваливаю, не солю, не перчу, ничего. И потом туда вот выложу, добавлю немножко сливок, протушу, добавлю специй, чесночка, может, немножко сушеного. И будет очень вкусненько. А тут у меня кашка варится. Кашка... Ой, боже, как она называется? Артека. Что-то так... Вот. Вот так хорошо видно. Думаю, что-то крупно. Ой, ребята, я же забыла вам показать, какие прекрасные дары хозяйки дома принес Игорь. Смотрите. Какие подсолнушки чудесные. Такой букетик. И вот подсолнух. Это мое любимое лакомство, ребят. Вот такой вот. Я думаю, многие из моих подписчиков тоже любят такие семечки вот в подсолнухе. И вот такие чудесные, прекрасные цветочки. Ну вот, какая у меня теперь красота на кухне. Ну, увеличивательный. Так, ребята, я включу свет, чтобы вам лучше было видно. Вот так уже обжаривается, уже я перевернула. Еще 2 минутки буквально с этой стороны. И буду перекладывать. Моя кашка готова, таймер сработал. Сейчас буду ее процеживать. И, по-моему, не перевернула одну кусочку. Да, что я хотела сказать. Вот печенку я покупала в Бедронке. Стоила она за 400 грамм 6 злотых я заплатила. Ребята, какая она чистенькая. Ни пленочек, ни жира никакого, ничего. Просто вот такие вот, знаете, целая печеночка, не расползшаяся, не разлезшаяся, не поломанная. Замечательный продукт, вообще качество замечательное. Свеженькая, не замороженная. Просто прелесть. Сейчас придет Андрюшек мой с работы. Буду его кормить. Кашка, печеночка с луком. И салатик сделала, наверное, огурчик, помидорчик. У меня уже все готово. Вот кашка. И здесь печеночка. Это немного зеленого лука сверху добавила. Приготовила уже салатик. Салатик приготовила. Помидорчик, огурчик, зеленый лук, чеснок и красный перчик. Все маслом заправила, а теперь Андрюша приедет, поперчу, посолю. Ребята, посмотрите, какой у Аси новый домик. Видите, двухэтажный. Но она сейчас спит. Она днем спит. Ну, не всегда, конечно, вечером в основном она такая активная. Можно на ручки взять. Асенька, Ася. Блин, как вам показать? Вон она в домике с вами, видите? Ась, выходи. Асенька, ты что, спишь? Спит. Он поглядывает, видите, носик? Ась, иди сюда. В общем, такая у нее клеточка теперь есть. Поставили пока на кухне. Место ищем, где приткнут ее. Пока на кухне стоит. Морковочку и дала, она дрыхнет. Хорошая такая мисочка для корма. Это мы там и вкуснуши туда складываем в красненькую. Поилочка есть. Все, домик. Такие стелюи такие. У меня такие махровые полотенчики были небольшие, стелюи. Вдруг она захочет на мягенько полежать. Андрюшенькин огород. Андрюшенькин базилик растет, подрастает, видите. Красный базилик, очень хороший вкус у него, насыщенный такой, не похож на зеленый.
Даже отдаленно не похож вкусом и ароматом. Надо полить сейчас. Я сегодня брызгала. Надо еще полить. Я вообще стараюсь не лезть, потому что это как бы Андрюшина, да? И он сам тут за ним ухаживает. Надо, чтобы один кто-то поливал. Вдвоем мы нальем. Он такой красавчик. Василик. Ребята, у нас солнце выглянуло. Вы посмотрите. На это счастье. 4 дня не было. 3 суток. Даже больше чуть не было солнца. Биг Бен остановился. Что-то неправильно показывает время. Кибис 15:09. Белый день на дворе. 25. Ну, я думаю, сейчас затянет облаками, но все равно приятно. Ой, ребята, Маша уронила телефон. Уронила телефон так неудачно, как-то на угол, а потом экраном вниз. Видно, он отскочил, он ударился углом, а потом экраном вниз упал. И теперь надо ехать в ремонт. Сейчас Андрюша приедет и поедем, поговорим, можно ли. Там дело в том, что у него очень много информации, очень много фотографий, да. Телефону больше 4 лет, наверное, около 5. У него Samsung M. Не помню. Короче, какая-то версия, знаете, как бы он как бы компьютер. Там очень много памяти, очень хорошо держит аккумулятор. Ну, точность их. Какое и там М30 или что-то такое, я не помню, честно вам сказать. Ну, где-то вот, да, больше 4 лет ему. И там с одного угла, вот этому, которому он стукнулся, поплыли пиксели такие, знаете, как красным таким пятнышком растеклись. Ну, как бы, ребят, как вы думаете, можно ли... А, и что, не отвечает экран. Он загорается, он заряжается, все, да. Но панель не отвечает. И чтоб ты не нажимал, ну, только на боковую кнопочку нажимаешь, экран загорается. Но сенсор не отвечает. Вот так получилось. Как вы думаете, можно как-то, если его нельзя починить, можно ли оттуда все скачать, да, повытягивать? Напишите мне, ребят. Сейчас не знаю, сейчас или сегодня, или завтра будем ехать в ремонт. Сейчас как Андрюша. Поскольку он приедет, до скольки этот ремонт. Мы знаем, где находится ремонт телефонов. Поедем поговорим. Дело в том, что телефон у меня украинский. Ну, в смысле, покупали мы его в Украине еще. Ну, правда, и Андрюша, но мы не пробовали его ремонтировать. Мой старый Samsung, он заглючил. Да. Он тоже там мне что-то пишет. Не берет зарядку. Я думаю, ему тоже уже торба. Вообще заслуживает телефон. Хотя, я же говорю, что если бы мне просто не нужен, да? А вот так вот как бы для Маши бы ничего бы. Можно было как-то перебиться. Потому что если покупать, то покупать надо какое-то хорошее. А это, знаете, деньги немалые. Поэтому... Что такое не везет, как с ним бороться? Ребята, сегодня уже следующий день. Я в Кауфланде хотела, знаете, купить салфетки. Который восстанавливает цвет. Например, у меня там выстирался халатик, да, он был такой персиковый, а сейчас стал такой какой-то непонятный серый персик. Я знаю, что есть такие салфеточки, которые вот бросаешь, да, например, и оно как обновляет цвет. Ну, там ярко-розовая она должна быть, я так думаю. Или если синий выстирался цвет, то синяя салфеточка, да, вот они так. Ну, тут я не вижу такого. Доктор Бекман, это защита цвета, но это не то, это не совсем то, что мне надо. Есть, которые забирают, если вы стираете там синие, желтые, красные вместе, вот они будут как сорбировать вот это все, да, лишнюю краску забирать. Есть для белого, будет супер белое. Вот это вот что-то я смотрела тут. И защищает цвет. Может, такую взять попробовать. Либо.
видите, салфетки защищающий цвет. Тут 20 штук. Ладно, возьму одну, попробую. Цена хорошая. Сейчас вот так. Надо еще фильтры там почистить. Сегодня попробуй не дадут. Дататок до прания. Дезинфекция. Это не то. Ладно, я зашла, купила вам хлеба. Себе черный взяла, такой ржаной. Три багеты и кукуруз. Потому что у нас очень мало хлеба, и практически нет вообще бутерброда. И забрала две посылочки. Я вам дома покажу. Почкомолки. Салфеточки. Да. Всегда такой большой выбор был. Я очень надеялась на этот магазин. Но придется заказывать через интернет. Так. Забрала я посылочки. Хорошо, что так упаковано. Маш, как сайт называется? Нотина. Ну хорошо, Нотина. Видите, как упаковано здесь для Маши шампунь. Вы упаковали. Шампунь персоновый и паста для волос. Так, Сульсена, шаг второй. Это паста. Это паста. А что ж первый шаг, интересно? Шампунь. Да. Шампуня здесь. Сколько миллилитров? Не помнишь, Маша? 150. 150 миллилитров шампунь. Угу. 150 миллилитров шампунь и паста. 1%. Это мы заказывали с сайта Нотина. И обошлось нам с доставкой 53 злотых, по-моему, да, Маш? 75 миллилитров, да, пасты. Так. Все, Машенька, забирай. Ой, 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 бог. Так, одна посылочка. Ну, какое у нас все замечательно. Ничего не разболталось, ничего не раскрылось. Ну, это Маша книгу себе заказала. Тоже хорошо все было упаковано в такой картонный конверт. Это, по-моему, с Allegro. Нет. Танчис. Книга что-то около, не помню сколько. Ну, это Машина покупочка. Забираем Машину свою книжечку. Спасибо. А я сейчас вам покажу, что еще себе купила. Ну, вот хлебушек я взяла себе ржаной. Полигоновый какой-то. С семечками подсолнечными. Для кукурузки. На ужин. На ужин для кукурузки. Два багетика. У меня Андрей любит багет. Так, теперь. Вот эти вот салфеточки. Цена очень была. Они очень бюджетные. По-моему, что около 6 злотых. Я хотела их раскрыть и посмотреть, чего там внутри. 20 вот таких салфеточек. Что они пишут? Защита цвета. Салфетки, защищающие цвет. Хорошо. Дальше. Янсик, это тебя касается. Иди сюда, дорогой. Это вообще-то кулька, шарик, то есть для сушильной машины. Но мне он нужен, чтобы собирать. Это парфюм такой для стирки. Собирать кое от кого шерсть. Да.
ребятки, секунду. Так он выглядит. Пахнет очень приятно. Прирезиненный такой. Сюда наливается парфюм какой-нибудь. Я буду это вкладывать, когда буду полоскать белье. Мочалочка внутри. Сюда наливайте смягчитель или парфюм какой-то для стирки, и я с ним буду полоскать. И я думаю, что за вот эти зазубринки, вот за вот эти вот, будет собираться Йенса шерсть. Это я планирую, знаете, для чего? Когда стираю махровые полотенца и постельное белье. Да, Йенсик? Как тебе? Нормально? Угу. Ну вот. Я понюхала вот эту большую версию, да, которая, там, по-моему, 16 злотых они. Посмотрим, попробуем вот эту маленькую сначала, как получится. Нет, по 12 злотых. 50 миллилитров. Ну, вот так. Сейчас пойдем полоскать белье. Йенс, сколько с тобой проблем? Просто невозможно. Асенька там шурудит клетки. Вот здесь. Йенс, убери свой нос. Убери свой нос от продуктов. Йенс, передавай привет. Передавай всем привет. Красавчик. Ага, вот так, вот так. Что, хлебушка хочешь, да? Ты фигуру себе испортишь. Фигуру испортишь. И кошка пани Аниты не посмотрит даже в твою сторону. Да, да, мой зайчик. Так, ребятки. Мой новый утюжок. Где-то месяц назад у меня сгорел утюжок. Покупала я его в магазинчике таком небольшом, который на территории Кауфланда находится. Не помню, сколько я за него заплатила. Ну, что-то 70-80, может быть. Вот. Даже не знаю, год он проработал или нет. Скорее всего, что да. И сгорел. Даже без объявления. Не предупреждая об этом. Я хожу как одуванчик. Ну, сейчас я буду красить волосы. Потом попробую, я вам все скажу. Как он работает. Пойла в магазин, наверное, полчаса. Багеды покупала. Называется Ремингтон. Фирма Ремингтон. Ребят, я всю дорогу вспоминала. Что такое Ремингтон? Рингтон? Нет, это другое. Потом вспомнила, печатные машинки когда-то так назывались. Ремингтон. Так открывается. Такие панелечки керамические. И те очки на мне. Сейчас, секунду, подождите, ребятки. Выбирала, хотела взять Philips. Мне дочка посоветовала, Саша говорит, мам, возьми Philips. Но Philips стоит 200 злотых. Этот 199. 100 злотых разница. Гарантия на него 3-4 месяца. Гарантию покупать не надо. 36 месяцев. Сейчас найдем тут, ребятки, одну секундочку. Я найду здесь. Чуть по-польску. Волосы тонкие 150-170, 170-200. Нормальные волосы. Волосы грубые. От 200 до 230. Но я вообще выравнивала себе тем старым утюжком 210 градусов. Ну вот, тут выставляется температура. Экранчика тут нет. Выставляется температура колесиком и... Включать. Вот здесь сзади замок, чтобы закрыть. Дальше. Какое-то тут супер покрытие она мне рассказывала. Что-то бриллиант. Что-то тут. Такое покрытие сверху, что волосы будут блестящими. На самих этих, да, волосам придается блеск. Вот видите, вот такие локоны. Какого бы они ни были у вас цвета, они становятся вот такими
И вот такой блеск, прям бриллиантовый блеск. Да. Ну, как-то так. Для всех типов волос. Что тут еще? Ворачивается шнур. И вот такой вот чехол для хранения. Можно горячим, да, можно его прятать, вот этот чехол складывать. И если у вас нет времени, пока он остынет, все. И убирайте там шкафчик куда-нибудь. И это же точно так же это работает для того, чтобы вот, вот так вот. Поставили нагреваться, он у вас нагревается, да, чтобы не подкладывать ни досточку, там ничего такого. Не взяла же там столешницу куда-нибудь нагревать. Должна быть какая-то поверхность. И обычно у меня была досточка такая специальная, как разделочная, да, больше похожа. Я на нее ложила. Вот так. 99 злотых. 99,99. Без гроша 100 злотых. Ну, посмотрим, ребят. Я вам все расскажу, как это будет работать. Хорошо, что есть чехольчик. Коробочку можно выкидывать, я думаю, наверное. Нью-Йорк, 1937 год. О! Видите, интересно, что же они в 37 году тоже выпускали? Может, локоны? Вот такая моя покупочка, очень ненужная, потому что я хожу как одуванчик, я уже говорила или нет. Шесть месяцев гарантии, это замечательно. Потому что Philips... Был Philips. Там гарантию надо было оплачивать. 79 злотых была гарантия. Пластины с керамическим покрытием. Световой индикатор готовности. Выключатель. Элементы управления температурой. Фиксирующий замок. Шнур. И чехол. И чехол. Минимальная 150, максимальная 130. В общем, попробую, скажу. Надеюсь, мы подружимся. Ребят, хочу вам показать красочку свою. Вы не обращайте внимания, это я сейчас буду краситься, видите? Я вообще блондинка. Как Мерлин Мурло. Вот такую краску я покупаю уже, наверное, третий раз. Очень мне нравится. Цена 35 злотых. Покупаю в Россмане. Ну и в Кафланде есть, но в этот раз не было. Что мне нравится? Очень тут хороший бальзам, очень хорошие перчаточки. Без аммиака, не содержит аммиак. Мне ее хватает. Два раза полностью покраситься. Но если я крашу корни только, да, то хватает на три раза. Но я делаю так. Я один раз крашу корни, второй раз крашу корни полностью, как бы крашусь до корней и полностью волосы, и третий раз опять корни. Не хватает и на три раза. Крашусь я примерно раз в три недели. Может быть, раз в четыре недели. Вот это четыре недели. Видите, как. Кому нужен котик? Хороший котик. Выкормленный. Отдам за дарму вместе с горшком, мешком корма Royal Canin. Пятикилограммовый кабан. Вашему вниманию, вашему вниманию, обратите внимание на красоту неземную. Да. Белый, чистый, красивый, пушистый. Не дает спокойно записать видео. Так, ага, и тут, значит, знаете, очень хороший бальзам, пахнет медом. Еще какая-то такая травка, в которой растение есть в Украине у нас, которая также пахнет. Такой сладковатый медовый запах. Знаете, оно такое, таким шаром каким-то растет. Тоненькая травка с мелкими-мелкими белыми цветочками. Может душиться, не знаю. Запах медовый очень приятный. Очень густой бальзам. Вот видите, он прям выдавливается таким. Бальзамчик такой
Там, ребят, там такая палитра красок. Очень хорошие перчаточки, такие удобненькие. Знаете, не клеенчатые, а чуть-чуть прорезиненные. Как это правильно называется? Фиксатор. В общем, проявитель. И самокрасочка. Тут 48 миллилитров, а тут 72. Я вам так скажу, ребят, даже мне этот вариант больше нравится, чем тот, что я покупала, да, в специальном магазине краску профессиональную. Там по граммам надо было на весах. Андрюша, кстати, весы поломать. Шо оно таки? Что это такое? Чего все ломается? Не пойму. Тюжок сгорел, весы поломались. Машин телефон, кстати. Кстати, о телефоне. Отдали мы его вчера в ремонт. Сегодня нам перезвонил мастер, рассказал, 350 злотых будет стоить поменять экран. У нее Samsung M31 или M31S, что-то такое. Телефон, наверное, года 4, если не больше. Но он у нее как, знаете, не смартфон, а как мини-версия компьютера. Ну, я вам так говорю, как мне Андрей сказал. Очень много памяти и очень долго держит аккумулятор. Почти iPhone. Ну что, ребятки, тут сейчас красится. Выровняю волосы. Буду красивая. И мы с вами встретимся. Сейчас еще Васеньку покормить надо. Кушать вчера приготовила, еды полно. Я еще сегодня Андрюше обед относила, потому что он уехал, забыл обед. Потом зашла в магазин, и вот записываю для вас видео. Ребят, крашусь, никого не трогаю, а мой срок со мной. Маша заходит и говорит: мама, посмотри, где Йенс. Смотрите на это чучело, улегся в горшок. Йенс, это про тебя стишок встает на асфальте в лыжи одетый, обутый, да? Про тебя то ли лыжи не едут, то ли я не все дома. Ну, посмотрите на эту картину масла. Дорогой, ведь тебе придется сегодня купаться тогда, а ты не любишь. Ты что? Куда ты в горшок лег? Не будет с тебя толку, Йенс, не будет. Только поменяла ему гранулки. И посмотрите, что оно лягло и лежит. Ку-ку, мой мальчик. Больше не одели чешу. Нормально. Чучело мяучело, честное слово. Спать. Ребята, я выровняла волосы. Как вам? Мне очень нравится. Утюжок замечательный, ребят. Девушки, дорогие девушки, если кто-то будет выбирать, присмотритесь к этой модели. Очень хорошая цена. Очень хороший сам утюжок, легкий. Легкий в руке. Ну, девушки меня поймут. Пластины почти вровень с пластиком. То есть нету бортика, да, такого. Не будет залома волоса, когда вы захотите вот чуть-чуть закруглить кончики. Потом, что еще мне понравилось? Быстро очень нагревается. Есть вот эта подставочка специальная, да, куда его положить, пока он еще горячий. Его даже можно горячим туда засунуть, в этот чехольчик, и он там себе будет спокойно остывать. Еще что хорошо, что мне понравилось. Они можно и подкручивать волосы. То есть он очень удобный. Он не выдирает волосы, не выщипывает, потому что панельки вот эти керамические, они идут... И за ними пластик. Он идет, знаете, такой гладенький, закругленный. Нету никаких зазубринок, нет никаких ступенечек, нет никаких переходов резких. Все это очень хорошо и очень удобненько выравнивает. Это на 210 градусов выравнивало. Мои кудлы, понимаете, мои вот эти вот, мою пышность. Все очень замечательно, очень быстро. Буквально два раза провела, да, по прядке, и хорошо. Так что, ребят, девчат, кому надо, рекомендую. Remington. Что там за модель? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Минутку. Так, ребятки, достала я коробочку. Называется Remington Eclat Brilliance.
100 злотых без гроша. Модель S6308. Вот такая. Попала в магазине Эгиде. Так что, как-то так. Ребята, погода. Все продолжает быть отвратительной, отвратительной. Сколько у нас сейчас градусов? У нас сейчас 16 градусов. И опять дождь, дождь и дождь. Временами дождь. В общем, осень как-то быстро настала, я так понимаю. Хорошо, ребят. Сейчас я иду монтировать вам видео, выкладывать его. Поддерживайте меня пальчиками вверх. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещение о том, что видео вышло. И комментуйте мой канал, рассылайте ссылочки. Я вас очень прошу. Потому что подписчики прибавляются, но очень медленно. Возможно, я не все для этого делаю, ребят, но делаю все, что могу. Хорошо, ребят, до следующего видео. До новых встреч. Всем пока-пока.